Первый раз я хотела закончить гимнастику лет в 14. Там было немножечко обидно. Ты в институте учишься? Я говорю, учусь, конечно. Он говорит, иди учись. То есть ты приехала на первый чемпионат мира и выиграла 5 медалей? Да. Че, пойдем разминаться? Я говорю, нет. Жаль, где только нормально затянить. Как это было, расскажи. Очень весело. Мы с ней всегда были такими конкурентками. Совсем немножко у американок выиграли. Ты приехала на Олимпиаду и решила получить элементы, да? Да. Доктор, все плохо. Лечи меня. Я думаю, что сначала восприняли меня, в принципе, как сумасшедшую. Всем привет! Я Давид Белявский. И с вами проект «Разговоры о гимнастике». И сегодня у нас в гостях двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и обладательница двух именных элементов, а также старший тренер молодежной женской сборной команды России по спортивной гимнастике Алия Мустафина. Привет, Алия. Привет. Мы знаем, что в гимнастику ты попала вместе со своей младшей сестрой. Как и где начался ваш путь в гимнастике? И кто был первым тренером? Да, на самом деле нас родители привели с сестрой. У меня папа тоже спортсмен, борец. И поэтому нас папа отвел в гимнастику, потому что ему знакомый друг сказал, что дети борцов должны идти в борьбу или в гимнастику. Ну, так как вы девочки, он да, решил сделать против. Такой выбор, да? Да, был борьбы. А вот твой папа, он же сам призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе. И ты чувствовал какой-то груз ответственности, когда на тренировках там или на соревнованиях? И как вообще сказывалось это? Нет, такого никогда не было. Ну, может быть, какая-нибудь такая вот маленькая жилка жила во мне, что надо обыграть папу, но... Так, чтобы, например, меня грузили этим, что вот ты должна. Нет, такого никогда не было, а папа была только поддержка. Угу. Просто вот у меня сейчас тоже дочь, она в спорте, она теннисом занимается. Гимнастикой. Да, не гимнастикой тоже. И интересно, что она... Я хочу быть как папа. Хотя я никогда... Ну, мы с женой никогда об этом ей не говорили, что вот тебе обязательно нужно стать как папа твой там. Или она сама почему-то хочет. И... на соревнованиях, на тренировках пытается добиваться этого. У меня у дочки то же самое. Да? Даже, я хочу стать, как ты, мама. Я даже ее раньше спрашивала, говорю, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать, как ты, олимпийской чемпионкой. Да, вот тот же самый ответ. Интересно. Хотя ты же тоже, наверное, никогда не вкладывала такое. А как думаешь, почему не сложилась карьера у сестры твоей? У нас был очень тяжелый период, когда... Наша тренер уезжала в Америку, получается, оставила нас на произвол судьбе. И вот после этого ей уже было сложно возобновить тренировки. Ну, то есть она намного раньше закончила, да, чем-то? Да, она закончила намного раньше, она после этого перешла к другому тренеру, но все равно подход был другой, абсолютно другой, и она не смогла с этим. А кто был первым тренером твоим? Первым у меня была тренер из ЦСКА, Перелыгина Елена Владимировна, а потом меня передали Камаловой Дине Рашидовне. То есть, получается, ты в школе ЦСКА начала заниматься, да? На базе начала ЦСКА. И закончила тоже там же. Это классно, никуда не переехала. В интервью ты призналась, что с детства умела выступать, и теперь в роли тренера. Можешь объяснить, с чем это было связано? Как думаешь? Наверное, вот прям объяснить нет, это все равно такое умение какое-то внутреннее, собраться в нужный момент, но в то же время что-то приходило с опытом, то есть как себя настраивать, о чем думать, в какой позе постоять, это все равно приходило с опытом. А как ты думаешь, можно ли вообще спортсмена научить вот этому умению выступать или талант? Ну, талант тут точно присутствует, но вот я сейчас пытаюсь научить этому детей, но все очень индивидуально, очень. Но я верю в то, что хотя бы чуть-чуть, но это может помочь. Ты их учишь так же, как и сама настраивалась на соревнования? Нет. Или другими способами? Абсолютно другими способами. Опять-таки, я же повторю, что каждому индивидуально.
одной девочке нужно успокоиться, другую, наоборот, нужно как-то взбодрить. Взбодрить, да? Да, и так во всем. А вот про победы, которые в детстве были, ну, либо не победы, либо запоминающиеся какие-то моменты, вот самые яркие, какие можешь вспомнить? Самый яркий момент — это когда я выиграла какие-то школьные, самые первые свои соревнования. Что это был, какой разряд был, я не помню. Я помню вот этот момент, как я стою на пьедестале в купальнике, который мне был немножечко велик. Но когда я стояла на пьедестале, он стал мне как раз. И еще один момент помню, когда я первый раз выступала на первенстве Москвы, еще маленькая тогда была, заняла какое-то что-то типа 24-го, наверное, место. Но меня никто не ругал, все было нормально. То есть я не могу сказать, что это какое-то плохое воспоминание. У меня первый старт был спустя месяц после того, как я начал заниматься гимнастикой, я тоже там какое-то место занял. Где-то в конце был. Ну, ничего страшного. Зато сейчас нормально. Когда случились первые значимые победы? И в какой момент ты поняла, что гимнастика — это серьезно, что ты серьезно уже относишься к этому делу? Ну, когда начались мои первые такие серьезные моменты, когда меня уже начали замечать, я их не помню. Я не знаю почему, я их практически не помню. Я знаю, что я очень много стартов выигрывала, мы очень плотно боролись с Таней Набиевой. То есть как не старт, так обязательно я выигрываю многоборье, она все снаряды. Или наоборот, она выигрывает многоборье, я все снаряды. То есть мы с ней всегда были такими конкурентками. Но потом в будущем вы стали в одной команде. Да, да, как бы конкурентами, но это не мешало нам дружить даже тогда. Но вот эмоции от этих соревнований я не помню. Вот не знаю почему. Возможно, это было очень тяжело. Такой тяжелый был период, сложный. Ну, может быть, да. А были такие моменты, что вот на юниорском уровне или позже хотела закончить с гимнастикой, перестать заниматься? Первый раз я хотела закончить гимнастику лет в 14. Это было уже после молодежной Европы. Тогда тоже были недопонимания с тренером. У меня появлялись какие-то свои личные мнения, свои личные мысли. Только самый сложный переходный период. Не удавалось с тренером договориться? Нет, не удавалось. Единственное, что меня спасло, я ушла от этого тренера. Пошла к другому. Особо, можно сказать, я не тренировалась, а так была занята чем-то. В 2007 году ты завоевала 5 серебряных медалей на неофициальном чемпионате мира среди юниоров в Якогаме. Какие впечатления остались о том старте? Ну вот там было немножечко обидно, потому что на всех снарядах я была вторая, а американка Ребекка Брос на всех снарядах была первая. Я не понимала, почему. Судили так, может? По судейству вообще ничего не могу сказать. Это 2007 год, мне было 13, какое там судейство. Мне кажется, это совсем недавно только перешла гимнастика на новые правила и стали оценки выше 10 баллов быть. В 2007, ну, примерно где-то так, наверное. После 4-го, наверное. Ну, да, вот. Да, после 4-го года. Поэтому как судили, я понятия не имею. Я, кстати, тоже выступал, но я был в 2009 году. Но мне понравились соревнования там, тоже в Якогаме. Не, мне тоже очень понравились. Незабываемое впечатление от парка аттракционов. Он там, а да, какой-то, нас тоже возили. Он там какой-то мне казался вообще невозможно крутой. А это не Диснейленд был? Нет, по-моему. Диснейленд — это были на других соревнованиях. Может быть. Просто после каких-то соревнований, я помню, нас повезли. Это у нас была типа матчевая встреча. А, это в Токио было? Да. Да-да-да. Вот тогда нас возили. Следующий год, 2008. Ты поехала на юниорский чемпионат Европы. И как вообще? Отбор проходил в команду? И помнишь ли вообще что-нибудь с соревнований? Как проходил отбор? Нет, я не помню. Просто знала, что я в команде, потому что тогда в молодежке я была одна из сильнейших вместе с Таней Набиевой. Но я не сидела практически на круглом. То есть я была перед Европой всего один сбор. А вы готовились в ЦСКА, да? В Олимпийском мы тренировались. А, в Олимпийском? Да. И приезжала на сборы, проводила контрольную или нет? Нет. Я вот приехала только на один сбор перед Европой и все. То есть самостоятельная подготовка была со своим тренером? Да. Интересно. Хорошая у вас подготовка была? Хорошая, да, правда. Подготовка была хорошая, тут ничего не скажешь.
не было бы, наверное, такой подготовки, не добилась бы я того, что у меня есть. А ты помнишь команду ту 2008 года? Да. Таня Набиева, Таня Соловьева, Аня Дементьева, я и Настя Новикова, по-моему. Угу, да. Вы первое место там заняли. Да. И на 10 баллов француженок выиграли. И француженок выиграли на 10 баллов, и около 5 баллов выиграли у основного сеньоров, состава. Да, так, если сравнить. То есть вы могли молодежным составом выиграть основу? Чемпионат Европы, да. Ну, то есть Европы, вы и выиграли, но чемпионат Европы уже по-взрослым. А как прошло многоборье? Многоборье я была вторая, но я не помню, почему. А кто выиграл? Таня Набиева. Как ты и говорила, да, что вы постоянно с ней соревновались. В первый взрослый сезон тебе удалось собрать целый урожай медалей на чемпионате России и выиграть Кубок России, который был отборочный на чемпионат мира. Почему ты не смогла поехать на сам чемпионат мира в составе сборной команды? Потому что в те годы нас допускали на год раньше, чем мы можем выступать на взрослых стартах. То есть, по сути, я была еще юниорка, а выступала уже и на чемпионате, и на Кубке России на год сейчас раньше. Сейчас также у нас допускают да, сейчас ребят. Стали и девочек тоже, и девочек, да, тоже стали допускать. Мне кажется, Листунова, когда выступала перед Олимпиадой в Токио на чемпионате, она тоже, по-моему, была допущена. Нет, еще. Она же теоретически не должна была попасть в Токио. А, да. И поэтому на год перенесли. Не выступала. А когда был первый взрослый чемпионат Европы? В каком году? В 2010 году был командный чемпионат Европы, который мы, кстати, выиграли спустя много лет. В 2010 году, а мы не поехали на него. Вы не поехали, потому что было извержение вулкана. А почему? В разных местах в разных у нас были? В разных местах и в разное время был. Подожди, а это командный чемпионат Европы? Да, у мальчиков должен был быть командный чемпионат Европы на неделю раньше. А, у вас на неделю позже, да, и поэтому вы смогли полетели. Поехать, а мы нет, да. Ну ладно. И вы там выиграли золото? Да, мы выиграли командой. А кто соперники у вас были тогда в Европе? В основном румыны. То есть на тот момент у Румынии была очень сильная команда, и вот мы с ними соперничали. А сейчас так не скажешь. Румыния что-то не слышно про нее стало. Наверное, после Лондона такой небольшой, но провал. А какие остались впечатления после этого чемпионата Европы? Крутые, потому что это был первый взрослый старт. Мы ездили, получается, маленькими, выступали вместе со взрослыми, с той же Ксюшей Семеновой, с Катей Курбатовой. И было очень интересно. И такой опыт впервые, плюс поехать в другую страну, там где-то походить, погулять, хоть особо там времени обычно нету, но все равно из-за того, что это первый раз, было очень интересно. Находишь время. Я помню, мы приехали, когда на первый чемпионат Европы, не на чемпионат, на первенство мы приехали, в Швейцарии был, в 2008 году. У нас в гостинице был рядом парк аттракционов. И мы перед соревнованиями, за день до соревнований пошли, катались на этом, на аттракционах. Эмоции все выплеснули. Ну, это я сейчас уже понимаю, что так не надо было делать. И на следующий день вышли все как это, и валиться начали. Возможно, из-за этого было. Возможно. Да. А были различия между юниорским чемпионатом Европы и на взрослый, когда приехали? Юниорский я плохо помню. Я помню там только несколько моментов, что я очень сильно травмировала палец, из-за чего снималась с нескольких снарядов в финале. А на чем травмировала? Просто задела об ковер. Об ковер? Да. Коварный ковер. Я думал, брусья обычные. Может, пальцы как-нибудь там страдают? Нет? На ковре? Да. Первый чемпионат мира был в Роттердаме? Да. Да? Как подготовка проходила? Уже готовилась на круглом озере? Да, уже готовилась на круглом. Я начиная, получается, с 2009 года. Роттердам — это 10-й год. Да. А я начиная с 2009 года уже постоянно была на круглом. Постоянно. И подготовка была сложная. Правда, очень сложная.
Мне кажется, мы сумасшедший объем тогда сделали перед ним. Но вы там выиграли? Да, да? Выиграли. Совсем немножко у американок, но выиграли. Это, мне кажется, вообще было это в современной России или не было? Получалось обыгрывать? Мне кажется, нет. Я вот тоже не мне припомню. Мне кажется, нет, да. То есть тогда была очень значимая и большая победа. И многоборье ты выиграла тоже, да? Да. И на трех снарядах вторая была. То есть ты приехала на первый чемпионат мира и выиграла 5 медалей? Да. И как это? Хорошо была готова, говорю, подготовка очень сложная была. Вот так вот, да? Просто нужно готовиться хорошо, и все. Ну, нет, конечно, не просто. Ну, понятно. А готова ты? Ну, вот когда ты ехала вообще на этот чемпионат мира, ты понимала, что сможешь именно столько вот медалей выиграть? Ну, в том плане, что рассчитывала ли на нет, это? Или ты даже не думала об этом? Просто я не думала об этом и не рассчитывала, и не понимала, потому что одно дело чемпионат Европы, другое дело чемпионат мира. Это уже другие страны. А сколько лет тебе было на этом чемпионате? 16. 16 лет? Да, 16. 16 лет приехала и 5 медалей выиграла. В следующем году, 2011 год, чемпионат Европы в Берлине, который проходил, ты на первом же виде неудачно приземляешься и травмируешь колено. Помнишь об этом дне? Да, об этом помню. Всегда? Всегда. Да, я прошла квалификацию, это был личный чемпионат Европы, не было командных соревнований, поэтому я прошла квалификацию, прошла хорошо, лидировала в многоборье, попала на все, наверное, снаряды, да, в финал. И финал многоборья, я выхожу и прямо на первом снаряде, да, травмирую колено. Я не поехала на этот чемпионат Европы, по телевизору смотрела, 2,5 винта, по-моему, да? Да. Прыгала? Прыгнула 2,5 винта, не упала, встала, но... Колено гульнуло. А что в итоге случилось? У меня был разрыв передней крестообразной связки, разрыв мениска. После того, как ты получила травму впереди, в следующем году, потому что Олимпийские игры, ты думала, первые, что все, ты не сможешь попасть? Или нет. Ты... Я даже не допускала, наверное, такой мысли. А как быстро удалось восстановиться? Восстановилась я четко по плану врача. То есть... Через 6 месяцев я в первый раз выступала. Даже не через 6, через 8 месяцев я первый раз выступала. На Кубке России, наверное? Нет, нет, это были соревнования Воронина, Кубок Воронина. Угу. Вот, я выступала с облегченной программой. Вот это был первый старт, наверное, да, после колена. Ну и как? Боялась, нет? Нет. Страх был? Нет, после страха этого не было. Ну, если брать прыжок 2,5, то да, все равно пыталась заставить себя не бояться, но это было сложно. То есть мне было проще 3 винта прыгнуть. А в остальном вообще нет. Кстати, вот по поводу прыжка 2,5 винта. У вас команда была в Лондоне, наверное, да? Маша Посека 2,5 винта прыгала. Да. Ты 2,5 винта. Ты тогда уже не прыгала, уже да? Уже не прыгала. А, ну, после травмы. И еще кто-то? Вика Комова. Вика Комова. И все. И Набиева прыгала 2,5 винта. Но я уже не вообще про чемпионат, ой, не про Олимпийские игры период. В 12-м, а в тот период примерно, там в 10-м году, по-моему, выходили, да, все 2,5 винта прыгали. Ну, не все. В 10-м году на мире, получается, мы с Таней выходили, прыгали 2,5 винта. И мы были чуть ли не одни из первых, у кого в команде было 2,5 винта, у двух человек, за счет чего мы, собственно, и... смогли выиграть. Я просто к чему спрашиваю, потому что сейчас, допустим, я смотрю на девчонок, и сейчас как будто стандартный прыжок 2 винта, и все, и как будто дальше не идет вообще, даже два не пытаются. 2 винта — это еще хорошо, если прыгают. Да, 2 винта и винт прыгают. Да. Нет, я именно про нашу команду говорю. Я поняла. Как думаешь, с чем связано это? Не могут прыгнуть, или они смотрят, что Алия Мустафина получила на этом прыжке травму, и типа, я не буду прыгать, мне страшно. Ну, вряд ли, конечно. Но, честно, я вот сейчас как тренер сама пытаюсь понять, в чем причина, почему мы тогда прыгали, а сейчас просто дети не могут. Не те дети? Мне кажется, могут, наверное, нет?
Не могу. Еще все-таки мы ищем ответ на этот вопрос. Угу. О, специалист на прыжке работает вместе с тобой? Да. В команде, друг, да? Твой. Я тоже у него спрашивал этот вопрос. Он говорит, что мы стараемся, мы идем к этому. Не, ну на самом деле, если брать молодежку, очень сложно что-то сказать. Они еще маленькие. Если был мост, там две пружины, можно было бы что-нибудь говорить. А она вот под стол ходит еще, у нее мост под ней 5 пружин. Не, но все равно вы же перешли, когда в команду уже 16 лет. Ну, 16 лет, это не 12 лет. А у вас сейчас 12 лет? 12-14 лет. Это большая разница. А 16 лет — это уже основной состав, да? Это уже, да, и основной состав, и абсолютно другие, уже не дети, а девочки. 2012 год. Отбор на Олимпийские игры. Как тебе удалось пройти отбор и попасть в команду? Также через чемпионат России, через Кубок России. Мы тогда еще, получается, у нас была Европа командная. Не знаю, откуда это, я сейчас спрошу. В интервью ты призналась, что считала себя затычкой в олимпийской команде. К тому же тебя еще и поставили забойщицей. Что это значит? Ну, как затычка, имеется в виду, что надо было кого-то еще вести, 5-го. Угу. И поставили меня. Но на Олимпиаду именно? Да. Основное, что на меня не рассчитывали. И тебя везде первой поставили, ну, забойщицей. Я вообще не должна была все снаряды делать за команду. Я еще и за команду все снаряды делала. И 3 снаряда из них первая, кроме брусьев. Но мне было настолько все равно, если честно. Это вы решили уже, когда приехали туда? Уже, да, там. Да? Уже там решение такое было принято. А ехала, сколько снарядов должна была делать? В основном рассчитывалось на 2 или 3 снаряда. То есть брусья и прыжок, да. Угу. А бревно и вольные уже как бы... А почему на 2 снаряда? Ты они были сильнейшими. Ты не успела форму набрать? Да нет, они просто у меня были сильнейшими. А на вольных у меня была не очень большая база. А кто там был в команде у вас? Ты... Гришина, Комова, Афанасьева, Посека и я. Вы самые молодые были, да? С Викой, получается. Вика и Маша самые молодые были. А, куда? Настя Гришина. Она была самая молодая. Она была единственная, кому было 16 лет. А какие цели ты ставила перед собой, когда на Олимпиаду ехала? Не могу сказать, что какие-то цели были. Поехать, вообще увидеть, понять, что такое Олимпийские игры. Как бы, все было постепенно. Первая цель была увидеть это зал выступательный. Насколько он большой, насколько он... Какой он вообще может быть. Это была первая цель. Потом уже как бы постепенно так попробовать снаряды, попробовать поднять руку, выступить. Ну и так... так. Но дальше. Для меня это вообще что-то было. Я когда приехал, увидел. В Лондон тоже первая Олимпиада была. У меня до сих пор воспоминания, как будто ты заходишь в этот зал, на пробовании мы первый раз, получается, зашли, и там трибуны до потолков. Вот конца не видно. Вот у меня вот такое вот запомнилось. А потом, когда ты выходишь, ну, опробование, ладно, там зрителей же нету обычно. Ну, вроде не было, да. А когда ты на соревнования уже выходишь, ты же не видишь, сколько зрителей там сидит, что там в зале происходит, и тебя выводят, когда я просто выхожу и оглядываюсь вот так вот. Думаю, вот это попали мы, конечно. Да, было очень запоминающе. И необычно. Такого до этого нигде не было, ни на каких стартах. Ну да, хотя на чемпионатах мира же тоже большие трибуны и много людей. В том же Роттердаме. Ну вот не было такого ощущения, как в Лондоне. Ну, потому что это Олимпийские игры, наверное. Наверное. Олимпийская деревня, как тебе? Первый раз же? Классно, первый, да. Первый раз. Столько необычно было, настолько непривычно, что вообще так может быть. Ты ходишь, смотришь по сторонам, другие виды спорта, другие страны. Все новое. Да. Ну, очень здорово. К самим соревнованиям тогда. В финале многоборья была тяжелая борьба, но тебе удалось завоевать бронзовую медаль. Как это было, расскажи. Очень весело. Почему? В Лондоне вообще очень много таких ситуаций было. Сначала в многоборье. Во-первых, я упала на бревне. Многоборье? Да.
это мне не помешало завоевать бронзу. И у нас была ситуация такая, что мы с одной девочкой, американкой, набрали одинаковую сумму баллов в многоборье. Угу. А так как двоих не награждают, там есть определенные критерии. Повыше оценки, поменьше сбавки и повыше базовой оценки. По-моему, как-то так было на тот момент. И вот я одними своими брусьями, выиграла эти критерии, да? И стала третьей, а она осталась четвертой. Примерно та же самая ситуация была на вольных в том же Лондоне. Я с итальянкой Феррари получила одинаковую оценку окончательно. Но за счет того, что у меня база была самая низкая, вообще, оценка в принципе, здесь из всего финала, я у нее также выиграла третье место. Оценка за исполнение высокая, оценка, да, за исполнение, да. А на брусьях в финале? Брусья в финале... Я не знаю, как это выдержали тренеры, которые были со мной рядом. Я их вывела, мне кажется, до белого коленя. В том, что я сделаю брусья, у меня как бы сомнений особо не было. Потому что в этом плане брусья не настолько сложный снаряд. Но как я разминалась... Не получалось ничего разминки? Нет, я не размяла ни одного элемента. Вообще ни одного элемента. Мне и брусья не нравились, и... И люди как вокруг. Намазная жертва, вообще ничего не нравилось. То есть я не размяла ничего. Нас построили, мы вывели на помост. Сходим ждать оценку. Меня спрашивает Евгений Анатольевич Гребенкин. Говорит, что, пойдем разминаться? Я говорю, не, жерди только нормально затяните. Я представляю его волнение на тот момент. То есть я ничего не размяла, я ничего не сделала. Еще и разминаться не пошло. Есть такое, я по себе замечал, что чем хуже у тебя разминка, тем лучше ты выступаешь. Ну, либо вообще не разминаешься, потому что, допустим, на перекладину я подходил тогда, я вообще не разминался. Ну, я прошел брусья финал, и следующая перекладина идет. Меня спрашивают, пойдешь разминаться? Я говорю, ты что мне там? Мне, во-первых, там ничего не светит на перекладине, во-вторых, мне там нечего разминать. И подошел и выиграл. Оказывается. Я тоже так думала. Но вот тебе пример. Рио. Те же брусья. Я сделала комбинации столько, сколько, наверное, за всю свою жизнь, в принципе, в разминках не сделала. А, то есть ты в разминке комбинацию делала? Да. А почему уже ты там делала? Я же выучила там новый элемент. Шапку с продева. Где там? В Рио. А, то есть ты приехала на Олимпиаду и решила поучить элементы? Да. Да. И очень переживала за этот элемент. Вот поэтому... А как тренеры вообще допустили это, что ты приехала и учишь новые... Ну ладно, то, что учишь новые элементы, это одно. Я тоже, когда... Ну так у меня другая немного ситуация была. Я в финал никуда не попал и решил элементы учить на Олимпиаде, пока время есть и форма хорошая. Но это не вставлять в комбинацию. Совсем другое же. Как бы шапку обычную поменять на шапку с продева, тут особо комбинация не меняется. То есть, ну, как бы, да, новый элемент, но не меняется смысл, поэтому как-то вот меня это и завело немножечко. Плюс я приехала с базой на 0,2 ниже, чем у всех остальных. И ты решила, что тебе нужно добавить? Да. Я думаю, так меня не устраивает. Надо выучить новый элемент. Блин, прикольно. Я ни разу не слышал, чтобы на Олимпиаде учили новые элементы и вставляли их в комбинацию. Уникально. Ну и ты сильно прям переживала? За этот элемент? Да. За этот элемент или за всю комбинацию именно? Именно за этот элемент. За комбинацию я не переживала. Именно за этот элемент, потому что... Ладно, если его нужно было сделать отдельно, типа там первым элементом, то вопросов бы не было, его же нужно было еще соединить. Подожди, я слышал, что, ну, как раз в Рио ты соскок другой сделала. Соскок я просто вспомнила свой старый соскок. А, то есть ты до этого я не его делала? Не тренировала, но тоже там вспомнила о нем. Ну вот, и подняла базу на 0,2 соскоком и элементом. Соскоком на одну, да? За счет того, что я сделала вот свой соскок, у меня в конечном итоге было преимущество в 0,1. Кстати, давай поговорим об этом, об именном элементе. Это твой соскок, да? Да. Двойной сальто с поворотом 540. Угу. А как вы
решились вообще сделать его? Ну, изначально планировалось делать два с двумя. Я их, в принципе, и тренировала, и пыталась делать два с двумя. А потом у нас появились надбавки за соединение. Ну, за соединение элементов. Да, ну, например, там какой-нибудь 360 со скоком вместе. И два с двумя без разгонных оборотов очень сложно сделать. Угу. Прям сложно реально. А 540 я его как-то так поймала, почувствовала, что делала, получается, без разгонных оборотов, сразу соединяла, и за счет этого даже, получается, на 0,1 у меня больше было, нежели сделать просто со скок 2 с двумя. А, ну потому что в связке, да, это да. было? А в каком году, ну, когда первый раз ты заявила его вообще? Перед миром в 2010 году. А, то есть это за... Задолго совсем еще. Очень. До Олимпиады. До Олимпиады первой даже. Да, да, за два года. Давай вернемся в Лондон прямо сейчас. Давай. И вспомним финал на брусьях. Финал был очень интересный. В основном для моих тренеров очень интересный. Самое интересное, что я эти эмоции сейчас по-другому немножко воспринимаю. И мне тогда казалось, что было все нормально. То есть это сейчас рассказов тренеров, я это все узнаю. Потому что мне казалось, что все было нормально. Ну да, не получалось, ну и что? Бывает. Что такого? Сейчас выйду и сделаю. Ну да. Как бы выиграть я не планировала. Угу. Потому что, опять-таки же, у меня не была самая высокая база. Плюс это был Лондон. Основная претендентка на победу была Элизабет Твидл. Она британка, да? Да. То есть, ну, как бы так просто чисто выйти, сделать. Мама меня попросила для нее сделать. Ты вышла и сделала. Вышла и сделала. И как она выступила, британка? Она допустила ошибку в соскоке. Сделала два широких шага назад. А кто в итоге второе и третье место заняли? Вторая была китаянка, олимпийская чемпионка на брусьях 2008 года. И третья была Элизабет Твидл. А почему... В нашей команде не тренируют вертушки. Вот китаянки все, по-моему, делают. Да, все. Это их такой какой-то, типа, их фишка. А вы потом посмотрите, что такое вертушки. Найдете их. Китайские вертушки так и напишите. Вольное третье место. Да. Брусья первое место. А какие финалы еще? Я попала только на вольные и на брусья. На остальные снаряды я не попала, потому что от стороны попадает только два человека. А, ну да, да. Поэтому по этим, по правилам. Только два. Но ты использовала шансы свои. Да, особенно на вольных. Как бы брусья еще ладно, еще можно было бы где-то там представить, что да, может такое случиться. Но чтобы вольные, я попала с 8-м результатом, и у меня из всех участниц из 8 была самая низкая база. Ну, исполнением. Да, исполнение. Взяла. У меня тоже такие моменты иногда были. А перед отъездом на Олимпийские игры ты вообще могла подумать, что сколько? Три медали у тебя будет? Три. Ну, три личных медали и одна командная. Нет. Командой, понятно, я думаю, что вы рассчитывали на ну, то, что... Да, мы ехали прям бороться. Как бы не все получилось, но ехали бороться. А то, что личные медали будут... А в команде много ошибок допустили? Могли ли вы бороться за первое место? Нет, наверное, за первое все-таки не могли, потому что у американцев была, ну, тоже очень сильная команда. И если в 10-м на мире наших 2,5 хватало, то тут уже нет. Потому что уже и американки начали прыгать. Да, уже американки начали прыгать. Было с ними сложно бороться. А Байлз была в команде тогда? Нет. Или? Нет еще? Нет. Она как раз после Лондона на следующий год первый раз зашла. А, в 13-м, да, году? Угу. Уже. А ты можешь сказать, что Алия Мустафина была популярной, известной гимнасткой? И когда вообще впервые почувствовала любовь поклонников? Ну, первое такое ощущение, естественно, было после Лондона. Тогда... Да, наверное, тогда очень много узнавали на улице, хотя я этого ничего не люблю, но все равно там узнавали на улицах, подписки в разных соцсетях. Вот тогда вот первый такой шквал был. ВКонтакте там, наверное, начали тебя скидывать, да. Все. Да, даже мы 5-е место командой там заняли.
пятое, я пятый многоборье был, и то там столько сообщений сыпалось вообще. Угу. Я не представляю даже, что было у тебя в тот момент. Ну, помимо российских фанатов, еще много зарубежных тоже было. Угу. После Олимпиады впереди был насыщенный 2013 год, там чемпионат России, чемпионат Европы, Универсиада, да. Чемпионат мира. Важно ли было в этот год защитить титул чемпионки на брусьях? Ну, не столько важно, сколько мне самой хотелось этого, потому что чемпионкой Европы я и не была на брусьях до того момента. А как так получилось, что до Олимпийских игр ты не выигрывала чемпионат Европы и чемпионат мира на брусьях, а на Олимпиаду приехала и выиграла? У тебя был другой настрой какой-то? Честно, я не знаю. Но, наверное, все-таки из-за того, что программа была достаточно сложная и относительно новая. То есть к Лондону как раз подошел пик подготовки. А, ну то есть 10-й год ты тренировала ее, 11-й год, да, и уже да, уверенность есть, пришла. И вот к Лондону пришел именно вот пик этой программы, когда она была готова настолько, чтобы можно было с ней выигрывать. А до этого все равно где-то допускала ошибки, где-то не все соединяла, то есть где-то раздельные элементы делали, то есть баз была ниже. Поэтому, наверное, вот с этим я, пожалуй, свяжу. Но я даже чемпионат России не выиграла никогда перед Лондоном, перед Олимпиадами. Ты не старалась? Ну, старалась, конечно. Да нет, я старалась, но не рвалась. И вот в 2013 году на чемпионате Европы тебе удалось выиграть брусья. Да, всегда такой год после Олимпиады, он относительно простой считается, потому что все лидеры обычно отдыхают, сходят, по-разному бывает. А молодые, ну вот, только такие, как Балас, наверное, заходят и сразу начинают на показывают всех соревнованиях, себя. Да? Да, сразу начинают выигрывать. Поэтому, когда проходила чемпионат Европы, я понимала, что я на самом деле могу их выиграть. Просто нужно не ошибиться. Да, ставила себе такую цель. 13-й год, а на чемпионате мира получилось выиграть? Нет. Нет? А в финал попасть? Да. На чемпионате мира я попала в финал. Она была вторая или третья. Я там бревно выиграла. На которую я не рассчитывала тоже. На которую я попала 8-я. А я выступала первая. Ты так обычно всегда бывает. Но это же тоже не самый сильный твой снаряд? Нет. А именно элемент у тебя где? Брусья и вольные. А, на вольных, не на бревне? Нет. А на вольных расскажи. Тройной поворот в захвате с ногой вперед. А до этого тоже никто не делал? Двойной делали, да. А тройной вот у меня получился первый. И сейчас, по-моему, многие делают его. Сейчас уже больше, да, больше людей делают. Как бы, ну, все со временем. Я замечал, да. В 2014 году Андрей Федорович рассказал в интервью, что по окончанию прошлого сезона ты хотел закончить карьеру. Почему было принято такое решение? Да, на самом деле такое было. Я устала. Я очень устала морально. Плюс уже возраст. Все-таки 20 лет. Меня уже тогда называли ветераном. Возраст 20 лет. Для гимнастики. Ну, я понимаю. Для женской гимнастики. И я очень устала морально. То есть я прям подошла к Андрею Федоровичу, говорю, я не хочу, я не могу, я устала. Он говорит, так, дорогая, ты в институте учишься? Я говорю, учусь, конечно. Он говорит, иди учись. Месяц, полтора, два. Я говорю, потом встретимся, поговорим. Ну, на самом деле я немножко передохнула, где-то месяца полтора, наверное. И все. И вернулся на круглый. Ну, ты сама позвонила и сказала, Андрей Федорович, все, я отдохнула, едем дальше. Я не помню, если честно, как это было. А тренер личный не уговаривал тебя? Нет. У меня получается, вот как уехала Дина Рашидовна Камалова, я тренировалась в сборной с Александровым под его опекой. Но он тоже уехал в 2013 году. В 13-м или в 12-м. В общем, короче, после Лондона. Угу. И со мной осталась моя хореограф Ганина Раиса Максимовна. Она со мной как была с детства, так и, собственно, осталась.
Вот. Но не помню такого, чтобы она там говорила, что Аля, надо возвращаться или что-то еще. Мне кажется, она тоже понимала, что мне надо отдохнуть просто. Ну, правильное решение выдохнуть. В итоге приняли, да? Да, и все. Что всем дали отдохнуть. А в 14 году у тебя травм много началось уже? Травма голеностопа, травма спины? В 14 году у меня, да, у меня была операция на голеностоп, но это не была травма. Я просто до этого очень много раз подворачивала этот голеностоп, и мне просто чистили сустав. А со спиной что было? Спина, ну, она пожизненно у меня болела, начиная с 12 года, и она постоянно болела, просто в тот период обострилась. Но это не было тем фактором, что ты все сказала? Нет, все травмы и обострения, операции, они были уже после того, как я вернулась. Ага. В тот момент прям я помню, вот как я захожу в зал, как я вообще на него не смотреть не могу, ни на что, ни на кого не могу смотреть. Мне это все так противно, так не нравится. То есть, ну, я понимала, что это ненормально. Но, однако, ну, это, наверное, в начале года было, когда ты с Андреем Федоровичем разговаривала. А потом чемпионат мира в Китае спустя там полгода. И чемпионат Европы. Я на чемпионате Европы в 14-м тоже выступала. Да? И как он прошел? София — это Болгария, по-моему. Да. Командой мы заняли третье, наверное, место. Не помню, если честно. Ну ладно, это не столь важно. Да. Но на чемпионате мира в Китае ты выиграла 3 бронзовых медали. Да. Ты считала это успешным выступлением? Ну, если честно, да, потому что... Как бы, ну, был расчет на брусе, опять-таки же, но я там заболела. Я очень сильно заболела в Китае. У меня была температура, насморк, кашель, в общем, все, что можно. И ты выступала с этим совсем? Да, причем я за команду выступила еще нормально, а после команды у нас был день или два перерыв. И в день, когда финал многоборья был, я подхожу к доктору, говорю: доктор, все плохо. Лечи меня. Да, срочно причем. У меня пару часов осталось. Вот, я тогда упала в финале на вольных, в финале многоборья, стала четвертая. А кто в тот момент? Ну, видимо, Байлз, да, выигрывала уже? Байлз, и больше я не помню, честно, кто там был. Но я была достаточно расстроена из-за этого. Тебе не важно было, кто там уже, кто где. А остальные медали были где? Остальные медали, значит, я попала в финал еще на брусе и на бревной и на вольную. То есть на 3 снаряда я в финал попала. Брусья у меня не пошли, я заняла что-то там 6-е место. Но тогда меня, так сказать, подменила Даша Спиридонова, нынче Нагорная. Угу. Она завоевала 2-е или 3-е место. Я за нее очень порадовалась. А потом все, болезнь уже стала отступать. И, получается, я на бревне выиграла 3-е место. И на вольных, что было сильно удивительно. Я опять решила связку новую сделать просто. А и поэтому 3-е место? Ну да, я добавила. То есть ты поболела 30-х. Немного и решила, что новое что-то нужно вставить? На самом деле, я, получается, в финале многоборья упала с 2 твистов. Угу. И мне было очень страшно их перекрутить. И ты решила бланш добавить? А если сделать с окружки, там фляг, как бы там просто в полную силу делаешь, и уже не страшно перекрутить, там лишь бы встать. Вот. Причем я разговаривала об этом с Андреем Федоровичем, говорю: Андрей Федорович, мне так надо. Я говорю: я по-другому боюсь, я не сделаю. Как они разрешали это? Они уверены в тебе были? Угу. Или ты так уверенно говорила, что им приходилось... Я думаю, что и то все-таки. Я сначала говорила уверенно, потом обычно это доказывала, поэтому тут... Мне было проще. И 3-е место команды вы, получается, заняли? Да, и 3-е место мы были в команде. А кто вас смог обойти? Американки и... Румынки? Наверное, китаянки. Итальянки? Китаянки. А, китаянки? Да. Чемпионат мира был в Китае. Понятно. Но это не точно. Но, по-моему, китаянки. Я помню, что Китай выиграл Японию там, ну, в командном первенстве у нас мужчин. На 1/10. Там они перекладиной заканчивали, и те. Просто оценку поставили на 10-ю больше, чтобы Китай у себя дома выиграл. Ну, я так думаю. Субъективный вид спорта. Да. Предолимпийский год начался с восстановления и пропуска чемпионатов России и Европы. Да, в 2015 году у меня была операция на колено, уже на 2-е.
просто заболело колено, сделали МРТ, у меня отвалился кусочек мениска. Мне его вытащили. Ну, как бы несерьезная операция, но все равно. Но все равно пришлось восстанавливаться какое-то время. Да, как бы это не так, как после 2011 года, но все равно. И летом уже состоялись первые европейские игры в Баку. И ты принимала там участие и выступила достаточно успешно. Да? Сколько? 3 золотых медали было? Да? Да. На каких снарядах? Команда многоборья, бруси. А остальные снаряды? А остальные снаряды, там же был формат интересный. От страны попадала только одна гимнастка. А, точно. Да, вот. Да, да. И поэтому прыжок я не планировала попасть, потому что прыгала всего один прыжок. А на бревно попала Седу Тхален. А как тебе вообще европейские игры? Мне очень понравились. Это вот такой вот, наверное, первый мой осознанный старт, когда, получается, со мной ездила Вика Комова и Седа Тхален. И когда я седу, уже как мамочка, грубо говоря, так здесь вот это, тут вот так вот. И уже когда сама все знаешь, я уже делилась этим. Ну, мне тоже понравилось, на самом деле. Они хорошо так сделали. И вообще, да, такой необычный формат был. Атмосфера офигенная была, согласна. Олимпийская деревня — это все равно все-таки не Олимпийские игры. Угу. Тебе немного поспокойнее, да, ты к этому относишься? Да. Там чуть-чуть другой вайб, там чуть другое настроение было. Предолимпийский чемпионат мира пройдет без тебя из-за проблем со спиной. При этом Валентина Александровна говорила, что перед вами стояла задача вывести тебя хорошо готовой к Олимпийским играм. У тебя были сомнения, получится ли дойти до Олимпийских игр вообще? Нет, сомнений по этому поводу не было. Я наоборот даже, когда получилось так, что я пропускаю чемпионат мира, я подумала, что это хороший знак. Не выступаю я на предолимпийских чемпионатах мира. А, ты в 11-м не выступала, да? В 11-м я была с коленом и тоже не выступала. То есть пропустить чемпионат мира, восстановиться... Выиграть олимпиад. Да, подготовиться получше. Как-то так. Вот. Ну нет, на самом деле, да, там у меня и болела спина, и колено уже на тот момент болело. Поэтому я не готовилась. Но я поехала посмотреть на пару дней и уехала оттуда сразу на операцию. Приехала на чемпионат мира? Да, я приезжала на этот чемпионат мира смотреть. 15-й год, где он был? В Глазго? Да. Там в Глазго на брусьях, по-моему, 4 чемпионки мира, да, было? Да. Это же в этом году? А у тебя бывало такое, что делили места с кем-нибудь на чемпионатах никогда. Мира? Нет, никогда. Вот нет. Так, чтобы делили и всех награждали, такого никогда не было. Я не помню. Просто ты до этого рассказывала, что у тебя оценка там... У вас одинаковые оценки... Но по базе но и есть по какие-то сложности. Самое, что интересно, у них и база у всех была одинаковая. Но тогда квалификацию, по-моему, смотрят. После этого чемпионата мира придумали новый критерий, не знаю какой, но придумали, а до этого не было. Просто интересно, на одном снаряде 4 чемпионки мира. С одинаковой базой, с одинаковой оценкой. Начало 2016 года, Олимпийский год, как он начался? Начался активно. Достаточно активно. Я прекрасно понимала, что скоро Олимпиада, что надо работать. И поэтому постепенно, вкатываясь, начиная, начали работать. А ты когда выходила на чемпионат России, тебе важно выиграть было? Нет. Я никогда не выходила на старт, на любой старт, с желанием выиграть. Ну, как-то вот... Это у тебя как проходящий старт был? Да, это был как проходящий старт, вот особенно то, что касается там чемпионатов, Кубков России. Угу. Это был старт, на который точно нельзя было выступать в форме. Ну вот-вот, я про это и спрашиваю, потому что... Он был очень хорош для того, чтобы набрать оптимальную форму для подготовки уже... К чемпионату Европы, к Европе, или к Олимпийским играм, или к чемпионату мира. То есть такой вот, как, но надо как же, взрыв, как толчок. Нужно же пройти отбор было, то есть все равно показать себя на снарядах там или в многоборе. Ну, совсем плохо-то, конечно, нельзя было вступать, понятное дело. Да, но как, такой оптимально средний вариант был. Ну, то есть комбинации уже, в принципе, готовы были, ты могла их делать,
но не на том высоком уровне, на котором ты можешь. Да, там может быть не настолько чисто или где-то пониже база, но все равно выступать надо было достойно. Чемпионат Европы? Чемпионат Европы командный, да, мы его тогда выиграли. Я на нем выиграла бревно. Многоборья там не было? Многоборья не было, да, это командный был чемпионат Европы. Воодушевляющий был чемпионат Европы, потому что предолимпийский. Мы его выиграли. И то есть на тот момент уже понимали, что соперники в Европе, с ними мы можем бороться. Осталось только, с американками гимнастика. Побороться, да. И с китаянками. У вас же основные соперники, ну вот в твоей карьере, китаянки были, наверное, и американки в команде. Да, вот когда я только начинала входить во взрослую гимнастику, были румыны и американки. Китаянки как-то тоже не могу сказать, что там супер были. Потом постепенно румынки с китаянками поменялись, и стали они, но американки были всегда. На Олимпиаде в Рио, ты, можно сказать, повторяешь свой результат. Золото на брусьях, серебро в команде и бронза в многоборье. Да. Как мне написали подружки, мастерство не пропьешь. Результат предсказуем для тебя был? Тоже нет. Опять-таки же, я не могу сказать, что я ехала побеждать или вообще, в принципе, бороться за медали. У меня была немножко другая цель. Со мной выступали маленькие девочки. И я очень много посвятила времени и себя тому, чтобы подготовить их морально. То есть ты готовила уже не себя к соревнованиям? Да, я все знала. Я знала, как будет, как все это вообще выглядит. И поэтому мне было очень важно подготовить их. А для остальных девочек это первая Олимпиада была? Кроме Маши Пасеки, да. А кто еще в команде был? Седа Тутхалян. Даша Спиридонова и Ангелина Мельникова. Но, судя по всему, тебе удалось подготовить их, что вы заняли второе место? Ну, да, мы очень много разговаривали. Я, например, жила в одной комнате с Ангелиной Мельниковой, и она меня всегда спрашивала, а что, а как, а вот тут, а зачем? Я вот ей пыталась все рассказывать. Ну, хорошо же, что они сами интересовались, что им тоже конечно, интересно было. Да, конечно. Тоже. Если бы им было все равно, мне бы, наверное, было тоже все равно. Про подготовку, ну не подготовку, а про финал на брусьях ты нам рассказывала уже. Как ты? Да, но я рассказывала не все. Не все? Да. Есть еще что-то? Ну да, вот в Лондоне я бруси делала для мамы, а в Рио перед брусьями я себя материла. Это помогло? Это помогло, потому что я понимала, что у меня был мандраж, видимо, из этого нового элемента, и я с ним чуть-чуть не справлялась. То есть я прям себя на слабо, наверное, даже взяла в момент выступления. Родителям тоже сказала материть меня? Нет, родителям я ничего не сказала. У меня мама, она вообще не смотрит никогда, не смотрела мои соревнования с детства, начиная. Переживала сильно? Да, она очень переживала. Один раз увидела, как я упал, сказала, что я больше смотреть не буду. А папа? А папа... А я что-то не знаю, если честно, смотрел он или нет. Ну, вообще, а они ездили с тобой на соревнования? Нет, никогда не ездили. Единственный раз, когда папа ездил, это была универсиада в Казани, потому что он сам был судьей. Он судил соревнования по спортивной гимнастике? Ну, не по спортивной, нет. Ага. По борьбе. Я понял. Вот. Я думал, он решил переквалифицироваться, чтобы... Ради меня. Да, чтобы понять судей, ну вообще, как это происходит. Нет. А про многоборье? Многоборье ты заняла третье место. Да, многоборье я заняла третье место, не очень много проиграв американке, которая заняла второе место. Но первая была Байлз, как бы. Это наш девиз команды был, наверное. Мы не боремся с американками. Мы делаем свое, потому что с Байлз в команде было невозможно выиграть. Ну, то есть вы понимали, что вы по базе даже проигрываете? Или почему? И по базе, и... Ну, да, наверное, по базе все-таки больше, потому что с исполнением не все так плохо. Ну, хорошо, с исполнением. По базе, да. Там одна Байлз,
привозила очень много баллов команде. Своим, и привозит до сих своим пор. Прыжком, прыжком, вольными, бревном. Бревно тоже сильно у нее? Да, у нее очень сильный соскок, неплохие связки. Не сказать, что как сильно, только же как прыжок, но... Остальных финалов, кроме брусьев, не было, да? Да, в Рио больше не было финалов. Ты также не попала из-за того, что два человека от страны только попадают по регламенту? Нет, просто не попала. Давай поговорим еще с тобой про командный финал в Рио. После соревнований, я вот не помню, ты плакала или нет, но остальные девочки, которые моложе тебя, они плакали. Они плакали из-за того, что расстроились или от радости? Нет, они плакали от радости, потому что в какой-то мере уже понимали, что это самый важный старт в карьере. Ну, второе место для них — это как победа была. Да, это была как победа, потому что я их изначально настраивала, что мы не соревнуемся с американками. То есть не надо. Задачу они выполнили. Да, то есть вот они есть и есть. И говорю, вот, ну, представь, что им просто, они вышли, им просто дали золотую медаль. С этим нужно смириться, забыть. И забить на них. С этим нужно смириться и делать свое дело. У всех все получилось? Нет, были ошибки, какие, не помню. Но ошибки были. Ну вот в момент, когда, допустим, три человека выходят на снаряд, кто-то один ошибается, и девочки вот помоложе, которые они начали переживать, если... Ну, они переживали, когда, допустим, кто-то из вашей команды упал, да. И им следующий выходить. Да, переживали. Вот очень такой ярко запомнящийся мне момент. Это бревно. Командный финал из 3-3. И выходит первая Гелия и падает. За ней должна выходить Седа Тутхолян. А у нее было достаточно сложное бревно. Она делала ранда твин на бревне прямым телом. И я смотрю на нее и вижу, что она начинает переживать. Но если уже она развалится, то совсем будет сложно. То есть там как бы вообще в призах остаться. И я, значит, ее настраиваю, все. А я всегда вела комбинации девочек. Всегда. То есть они меня просили. Вела в том плане, что ты кричала? По ходу, да, по ходу, да? Говорила там ошибки, подсказки. Тренерам нельзя, а спортсменкам никто не запрещает. И поэтому я всегда вела их. Они меня сами просили об этом. Выходит Седа. Я веду ее комбинацию, все, она не падает. Я радуюсь, думаю, классно. Радуюсь, а подходить следующий? Я радуюсь, Седа спускается, я ее хвалю, молодец. И такая... А, сейчас мне выходить. То есть ты вообще за себя даже не... Я чуть-чуть забыла, да, что мне надо было выходить. И как у тебя получилось? Хорошо. Хорошо получилось? Я за всю свою карьеру, выступая за команду из 3-3, вот именно из 3-3, ни разу не упала. Хорошая стабильность. Как научиться такой? Делать много комбинаций? Нет, я не думаю, что это рецепт успеха. Опять-таки же, все индивидуально. Кому-то нужно много подходов, кому-то нужно мало. Кого-то надо похвалить, кого-то надо поругать. Остальные снаряды более-менее спокойно было, потому что все-таки бревно такой самый сложный снаряд. Самый коварный, да, где да. Можно легко ошибиться. Вот, да, именно коварный, не сложный в плане физически, а сложный в плане, что падений может быть больше. Поэтому все остальные снаряды прошли более-менее. Единственное, что вот на прыжке мы заканчивали опорным прыжком. Мне кажется, самый легкий. По стабильности. Да, по стабильности, да. И, в принципе, по оценкам тогда было... Они отличались от других видов, и на них можно было много заработать, так сказать. Перед прыжком мы просто все очень переживали, потому что мы шли чуть ли там не четвертые. Ну, вы же понимали, что на прыжке хорошие оценки, вы можете сейчас добраться все до равно, тройки. То есть все равно мы хотели быть вторыми, первыми после американок, так сказать. И пошли четвертые, то есть прям совсем грустно было. И тоже пришлось настраивать девочек, что все нормально, делаем свое.
То есть ты даже во время соревнований успевала всех настраивать, конечно, и сама подходить, и да, делать все? Мне от этого было легче намного. Ты не задумывалась про себя, да, а больше про них думала? Да, мне некогда было там нервничать за себя, переживать, получится, не получится. У меня были другие дела. Я только вот в момент включалась, когда руку поднимала, и все. А бывало у тебя такое, что ты выходишь перед снарядом, и у тебя там руки трясутся или еще что-нибудь? Ну, прям сильное переживание, волнение. Ну, мне кажется, всегда, когда выходишь, у тебя начинает трясти, просто вот ты начинаешь пытаться вот это вот все собрать в одно место, чтобы... Чтобы в одном месте тряслось только. Да, да, да. Да всегда трясло. Ну, вот и на Олимпиаде... Когда и на Олимпиаде все равно тоже. То есть выходишь, пока ждешь, пока тебя вызовут, все равно стоишь и поколачивает немножко. Но вот умение собраться... Ну, это самое главное, наверное. Да. В нашем спорте. Сколько комбинаций ты не делай, ты можешь на соревнования выйти и... Да, да, да. И самое... Не справиться с волнением. Да, просто. И самое обидное, что есть такие дети, которые делают на тренировках все идеально из 100-100. Просто руку поднял, и все. И не делает уже. Не делает. А есть наоборот на тренировках, кто не делает? Да, но их видно. Таких детей сразу видно. С ними легче работать или нет? Нет. С ними вот как раз работать сложнее. Они же прекрасно понимают, что они руку поднимают, у них получается собраться. Может быть, еще не понимают до конца, как они это делают. Угу. Но вот эту вот лазейку уже чувствуют. Какие чувства были, когда летела на Олимпиаду в Рио? Потому что там же сложности были. Да. С тем, что допустят нас, не допустят, с флагом, без Мы флага. Мы не знали вообще, да, как это будет. Вот я помню свой полет. И я летела и думала, первое, как я скажу девчонкам, что это если нас не допустят и развернут из Олимпийской деревни, как я объясню это девочкам маленьким. Это своим, тренеры же, наверное, команде. Должны объяснять. Или девочки тебе больше доверялись, чем тренерам? Ну, наверное, у нас все-таки с ними такие отношения были достаточно доверительные. Я была уверена, что если будет так, они придут ко мне спрашивать, а как так, а что? И я вот летела и очень много думала фраз, предложений, слов, что бы я им сказала в этом случае. Там не только им нужно было бы говорить, нам тоже нужно было бы говорить. Я думаю, потому что, ну, мы летели, у нас такие шутки были истерические немного, что... А мне кажется, мы же летели вместе. Ну да, да, мы же вместе летели. Что сейчас прилетим. Мы же летели, когда мы не знали. Да, я говорю, мы летели в одном ряду в самолете же. Да? Мне кажется, да. Ты, Никита, и я. Не помню этого. Но не суть, что сейчас мы прилетим, сядем... Нам напишут, что можете обратно лететь, мы этим же самолетом обратно полетим. Да, 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 я помню. Ну, на самом деле, то есть... Но я никогда не думала вот там, за тот же весь полет о том, что мне будет обидно. Я понимала, что я уже как бы на Олимпиаде была, я уже там выступала, и за себя я не переживала. То есть я понимала, что у меня так уже все есть. Вот я прям очень сильно переживала... за и девчонок. Девочкам повезло в команде с таким... Ну, ты же капитаном команды да. была. С таким капитаном, потому что доверять так сильно и то, что ты за них так переживала, это большого, конечно, Я стоит. Говорю, мне от этого самой было легче. То есть я за счет этого очень долго продержалась еще вообще в гимнастике. Так вот, по поводу продержалась. После Олимпийских игр ты взяла 2-летнюю паузу. Угу. Вышла замуж, родила дочь, а через 3 месяца после родов вернулась в зал. Да. Как это так? У меня был неестественный интерес попробовать вернуться опять, только уже после родов. И как это проходило? Сложно. Если честно, это было очень сложно, потому что меня практически всю гимнастику Евгений Анатольевич... таскал в руках, особенно брусья. Ему сложно было? Да, да, наверное, ему посложнее даже, чем мне. Потому что все снаряды как-то более-менее еще. Там и прыгать вспомнить можно было быстро. А брусья, столько он меня в руках переносил. Но было безумно интересно, безумно интересно. Во-первых, впервые такой опыт.
Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Как быстро ты сможешь восстановиться, насколько хорошо. И каждый день вот был какой-то интерес. А что будет завтра? А как получится? Так, а скоро старт? А получится ли подготовиться к старту? Ну, вот это больше проверка себя была? Смогу ли я? Даже не проверка, нет. Это просто вот интерес, безумный интерес к тому, а как это? Не попробую, пожалею потом. А знаешь ли ты еще о таких примерах, кто после рождения вернулся? Есть, кто возвращаются, но вот так, чтобы там, поехать на Олимпиаду, что-то завоевать, таких не знаю. Я тоже, если честно, не слышал о таких случаях. То, что возвращаются, поступают на Европах, номерах за команды, да, это есть. А чтобы на Олимпиаде побеждать, ну, чтобы, наверное, сложно? Да, там, восстановиться или добиться. Но вот ты пришла, когда в зал, ты чувствовала, что у тебя много сил? После родов? Да. Откуда? Нет, но я имею в виду, что вдохновение какое-то или... Да, то есть было... Желание какое-то. Было желание, да, потому что в зале меня давно не было. А как тренеры восприняли это? Ну, я думаю, что сначала восприняли меня, в принципе, как сумасшедшую, как и мама моя. Я ее предупредила, говорю, мам, я это потом вернусь. Ты что, зачем? У тебя травмы туда-сюда. Значит, все там переживает. И папа тут же сидит на кухне. Да ладно, пусть попробует. Все, то есть, ну, как бы у меня сомнений в этот момент не осталось вообще, что я буду пробовать. Ну, он, наверное, подумал, что пусть попробует сейчас 2 дня в зал походит, скажет, что мне это не надо, и уйдет. Может быть. Вот. И я думаю, что тренеры тоже. Типа, ну ладно, пусть попробует. В 2018 году состоялось твое полноценное возвращение и первый международный старт после Олимпийских игр. Это чемпионат мира в Дохе. Каково было вновь выйти на арену и почувствовать эту атмосферу? Достаточно привычно было. То есть никаких, ничего нового ты не испытала? Нет, нет. То, что касается соревнований, все было так же. Те же волнения, те же чувства, эмоции. Но ты же уже 2-кратная олимпийская чемпионка. Почему волноваться? Ну, не знаю, так принято, наверное. Принято? Ну, типа, если ты не выходишь и не волнуешься, то мне казалось, что, значит, тебе вообще все равно. Все равно страх ошибиться есть. Правильно, что там страх выступить недостойно, он все равно есть. А на чемпионатах России ты волновалась? Мандраж все равно был. Ну вот, просто некоторые у меня тоже спрашивают. Вот ты выходишь там на чемпионат России, ты же не должен уже волноваться, ты там столько соревнований прошел. Я говорю, только это все равно мандраж, все равно происходит. Да. Ты же не хочешь 5 раз упасть сейчас на одном снаряде. Как на тебя посмотрят вообще? Мне кажется, без мандража вот, у меня бы не получилось выступать. Именно вот момент умения собрать себя вот в этот мандраж давало мне как бы возможность... Дополнительные силы. Дополнительные силы, дополнительный контроль, вот как настрой. Мне кажется, если мне было все равно, то и выступала бы я так же. Ну вот, вот, как будто если ты умеешь справляться с этим волнением и направлять его в правильное русло, да, так да, скажем, да. То это наоборот помогает тебе. Ты вернулась в 2018 году. В 2017 да. даже. И начала готовиться постепенно. Начала сначала восстанавливаться. Когда первый чемпионат России состоялся? Первый мой чемпионат России состоялся как раз-таки в 2018 году. И как он прошел? Я тогда заняла 4-е место. Многоборье. Многоборье, да. Финалы не помню, я, может быть, даже, наверное, снялась. Ну, и на чемпионат Европы ты, соответственно, по результатам по не результатам попала? По результатам я не попала, но я и не планировала. Я и не планировала попадать на чемпионат Европы, потому что очень мало времени прошло. А к чемпионату мира? К чемпионату мира уже прошел год. В принципе, за год я восстановилась, там, может быть, не на 100%, но для того, чтобы помочь команде, этого хватило. А как проходил отбор на чемпионат мира в 2018 году? Ну, лично я отобралась по контрольным тренировкам, потому что на Кубке России я не выступала. Но на контрольных себя но хорошо, контрольных, видимо, да, проявила. На контрольных я старалась, я всегда старалась
как бы по итогам контрольных команде оказалась нужна. И в составе команды вы поехали... Это командный чемпионат мира был? Да, да, да. Командный и отборочный. Первый отборочный на Олимпийские игры. На Олимпиаду в Токио. В Токио. Где первые три места тогда получали сразу автоматические лицензии. И вы тогда заняли... Второе место. Второе место. Мы тоже там второе место заняли. Немного проиграли. Да. Какие снаряды? Ты многоборье делала или... Нет, я не делала многоборье. Я делала брусья, бревно и вольные. Хотя вольные я делать не должна была, но у нас в команде уже там на чемпионате мира одна гимнастка травмировалась не сильно, но все равно. И мне пришлось делать вольные. Ну, соответственно, наверняка ты их готовила? Я их готовила, но я их готовила чисто для физухи. А. Чисто просто, чтобы бегать, чтобы таскать, чтобы чисто поддерживать физическую форму. А у вас же там сколько, 5 человек или 6? 6 человек команды. 6, если не 7. И, ну, 7 — это 7-й, это запасной, да, был. Да. И не нашлось другой спортсменки, которая бы вольная закрыла лучше, чем ты? Ну, нет. А кто? Я все-таки кто их готовила. Кто в команде тогда был? Я что-то не помню команду. Хаимова, Мельникова, я, Ира Алексеева, которая американка, угу. Симакова. Ты говоришь, американка. Спиридонова. Да, точно. Американка выступала за сборную команду России? Ну, как она американка? Она родилась в России и вместе с Диной Рашидовной Камаловой, кстати говоря, мы с ней вместе, то есть тренировались, она уехала в Америку с родителями. Вот, и там осталась. А потом вернулась и попала? А потом, получается, вот на 18-й год она вернулась, выступила на чемпионате Европы, где они выиграли. Выступила на чемпионате мира и уехала обратно. На год приехала, год выступила и обратно уехала? Ну, получается, что так. А там она не попадала у себя в команду? Нет. В России легче было попасть? Не знаю, эта вся история меня не интересовала, я ей как бы никогда не интересовалась. Есть в команде, поставили. Я вообще не знал, что она приехала откуда-то, уехала куда-то. Есть в команде, тренеры поставили, ну, значит, им виднее. Ну, наверняка она, значит, помогала команде чем-то. Помогала. Просто так бы ее не поставили же. А по финалам удалось попасть в Дохе? В финал я попала на брусья, но у меня была еще маленькая база, я не делала полную свою комбинацию, и я была что-то пятая, шестая. А ты когда вернулась, ты планировала попасть на Олимпийские игры на следующий? Ну, были такие мысли, да. То есть, да, хотела. А сейчас сижу, понимаю, что, ну, как бы, зачем? Ну, то есть, чисто желание было, а были ли возможности — большой-большой вопрос. Получилось на соревнованиях на этих выполнить то, что... Ну, какие задачи ты перед собой поставила? Да, получилось. Главная наша задача была, в принципе, получить лицензию, что мы и сделали. А остальных задач уже не было. То есть ты пришла и помочь команде, да, в очередной раз? Да. Такая цель была? Да. 19-й год, тебе удалось успешно выступить в рамках Кубка мира, но затем тебя вновь настигли травмы. Почему так и не удалось дальше выступить на всех запланированных стартах? Я тогда выступила на двух этапах. В Штутгарте не очень хорошо. А в Глазго я выиграла этап. По многоборью? Угу. И потом из-за этого я пропустила чемпионат России. Я на нем не выступала, потому что это был бы третий старт подряд. Угу. Поэтому меня освободили, так сказать, от него. И я планировалась готовиться к Минску, к Европейским играм. Но во время подготовки, причем я набрала достаточно хорошую форму, то есть с момента, как я вернулась, угу, у меня была самая, самая хорошая форма, но я надорвала икроножную мышцу, из-за чего как бы пришлось пропустить этот старт. И потом я очень долго восстанавливалась, но вот, например, прыгать без боли мне так и не удалось. Мне все время было больно.
И ты решила больше не мучить себя? Ну, решила не мучить я себя не из-за этого, просто вот в какой-то из дней я пришла в свой номер и поняла, что все. Что прям все. Больше не хочу. Ну, у тебя просто для каждого спортсмена момент завершения карьеры, ну, это очень сложное решение. Ну, как вот тебе? Вот ты пришла в номер? У меня не было сложным. То есть я настолько понимала, что все, что с очень легкой душой. И до сих пор я не могу сказать, что я жалею о чем-то. Ну, наверное, потому что ты две Олимпиады выиграла. Может быть. Но все равно... Мне почему-то говорили, что ты будешь жалеть. Что, заканчиваешь? Да. Любой спортсмен когда-то закончит. Год всего остался до Токио. А мне уже Токио не надо было. Вот вообще. Мне интересно уже было. Mm-mm. Как бы я не понимала, ради чего пахать. И думаю, все, хватит. К дочке надо ехать. Она выросла уже, интересно. Mm-hmm. Ты тогда уже поняла, что все это окончательное решение, и ты больше не... Да, даже пытаться больше не буду. И, то есть в один день осознание это пришло? Или это накапливалось? В один. То есть до этого я, может быть, там было тяжело, но не было именно понимания того, что хватит. Именно в один день я прям пришла, шкафы открыла, и все из них достала. Вещи собрала и... Да. И поехала. Одним днем. Хотя вещей было много. Ну да. Представляю, сколько лет ты была в сборной команде? 10. 10 лет с молодежным составом, да? Нет. 10. А, только в основном составе 10 лет. И в молодежном еще лет 5, наверное. В молодежку я не ездила. А, да. Ты же не ездила. С 9 по 19. 10 лет. Но недалеко уехала. Точнее, ненадолго. Ненадолго. А ты смотрела Олимпийские игры в Токио? Да, смотрела. Причем соревнования же были рано утром. Ну, вот у девочек, по крайней мере. Получается, это было 6 утра. Как сейчас помню, да, я смотрела. А мальчиков не смотрел? Мальчиков нет. А я не знаю, во сколько у нас были, не помню. И как? Какие ощущения были? Да, радость была за девчонок, что они смогли выиграть. Как бы, да, им подарок такой упал, что Байлз не выступала. С ней было бы гораздо сложнее, но в любом случае они воспользовались шансом и воспользовались на все 100. Думала бы, вот я бы сейчас выступила там, тоже помогла нет, бы команде. Нет, нет, не было такого? Mm-mm, такого не было. Потому что, ну, каждая, кто была в команде, она была достойна. Нет, я не говорю, что нужно было бы, я бы вышла вместо нее сейчас. Или просто оказаться вот там, на Олимпийских играх. Ну, были мысли, что почему нам так не повезло в свои года, типа вот в Лондоне. Угу. Потому что тогда-то у нас была тоже сумасшедшая сильная команда. Но у вас там вот ошибок много было. Ошибок было много, да. Но что-то вот не складывалось. Но вот это единственное. Ну, потом пришло понимание, что не сложилось и не сложилось. За время своей карьеры тебе удалось внести 2 именных элемента в правила спортивной гимнастики. Соскок с брусьев и поворот. Да, захватом с ногой вперед. На ковре. Тебе важно это было, чтобы оставить именно след свой в гимнастике, в правила, чтобы элемент твоим именем назывался? Если брать поворот, то да. Мне было очень важно, очень хотела я, чтобы это произошло. А брусья, ну, на самом деле, так получилось. А что раньше? Соскок был или поворот? Соскок. Раньше соскок, был раньше. Соскок, да. Поворот уже, получается, внесли его в 2014 году на чемпионате мира в Нанине. Я в квалификации, получается, заявила этот поворот. И в квалификации его выполнила. Если посмотреть видео, у меня там такая улыбка после этого поворота. Там покажут потом. Посмотрит. А были такие элементы, которые, ну, ты делал на тренировках, которые еще никто не делает, но так и не получилось его ставить в комбинацию? Да, были. Да? А сейчас делают его уже? Нет. До сих пор не делают? Ну, я не знаю, вообще реально это сделать такой элемент.
перелет шапошнику с поворотом на 540. То есть обычно без поворота делают все, с поворотом делают все, 360 пробуют, по крайней мере, более реально. А я пробовала на 540. Ну, бралась? Бралась. Хотя бы какой это вид? Это брусья. Перелет шапошникова. Шапошникова! Мы говорим с тобой про элемент на брусьях, правильно же? Да. То есть перелет с поворотом на 180 его делают? И на 360 тоже делают? Да, делают. А на 540 никто не пробовал. Я не уверена, что это реально. Мне кажется, реально. Ну вот я так думаю сейчас. Посмотрим. Гимнастика не стоит на месте. А у тебя есть видео, может, какие-нибудь? Нет, этот? Вот к удивлению нет ничего. Я придумала кучу подводящих упражнений для этого перелета, которые сейчас мы тоже их используем. Но видео нет. А раньше снимали вообще так тренировки или нет? Сейчас, мне кажется, каждый из камеры ходит, снимает. Сейчас тебя. Да, сейчас мы сами, мы тренеры, сами пользуемся телефоном, снимаем, там, показываем спортсменкам, спортсменам. Раньше такого не было. Сейчас не надо тебе, чтобы видеооператор стоял, снимал, кого-нибудь попросил, снял на телефон, да, посмотрел, да. Что и как. Это плюс. Этим надо пользоваться, я считаю. Mm-hmm. Сложилось мнение, что Аля Мустафина – гимнастка со сложным характером. А вот мы сидим с тобой, общаемся, совсем не похоже на это. Гимнастка. Не в жизни. В жизни у меня очень такой простой характер. То есть обычный. Это больше со спортом, да, связано? Да, да. А что значит сложный? Ну вот, например, мне обязательно нужно было вывести тренера перед соревнованиями. Вывести? Да. Вот, чтобы он там меня послал далеко и подальше. То есть ты специально это делал? Ну, вот сейчас анализирую, я понимаю, что да, как бы не то чтобы специально, но я этого добивалась. То есть мне нужна была эта эмоция от него. И тогда мне становилось легче. И именно от тренера? Да. От старшего? Или от личного тренера? Или тебе без разницы было, кто будет кричать? Ну нет, кстати говоря, на меня не кричали никогда. Ну вот в свое время там я Александрова постоянно выводила. Вот пока он прям уже все, руки не опустит, так вот рукой не махнет, там, я не знаю, в Элокардин не пойдет пить, меня не отпускал. Мне надо было вот добиться этого. Кстати, про препарат, который ты сказала. Где-то в интервью ты рассказывала, что твой папа однажды сказал твоему тренеру: девочка талантливая, но возьми валидол на всякий случай. Вот это как раз Александрову он и сказал. Да? Потому что на тот момент я полгода тренировалась в ЦСКА, ну, ничего не делала, просто в зал ходила для физкультуры. И приехал Александров, а он же в списке видит, кто в сборной находится, кто там соревнования смотрел, у кого какие результаты. И начал узнавать про меня. Кто такая, что такая. А сам Александров раньше начинал в ЦСКА, работал в ЦСКА. И, как оказалось, они знакомы с моим папой. Они одного года, как бы. Вот, и он позвал моего папу, сказал, что как. Как тренировать ее? Ну, он еще тогда не знал, что спрашивать. Вот папа ему сказал, да. Получается, Александров у вас был с 2012 года? С 2009 по... А, с 2009? 12, пока не до 12. Ага. А с 2012 по 16 уже был Евгений с 12 Григорьевич? По 19. А, по 19. По 19, да, уже был Гребенкин Евгений Анатольевич. А, Евгений Анатольевич, точно. Ты сейчас работаешь тренером, да, молодежной команды. Тебе встречалась такая девочка с таким же характером или похожим хотя бы на твой? Есть такие. Не будем говорить, да, про них, чтобы говорить. Они потом посмотрят? Да, есть такие девочки, но они знают, что со мной свой характер включать бесполезно. Но все же они, наверное, делают это. Нет, нет, не делают. Я таких детей понимаю. Я понимаю, что они хотят, что им надо, и помогаю до того, как они могут вывести. Хотя личных тренеров все равно нет-нет, а выводят. Личные тренеры слабее по характеру? Да, приходится еще, получается, там девочек настраивать и тренеров. Да? Говорить, что это нормально, все в порядке, не переживайте. А какие тренерские цели
сейчас перед собой ставишь ты? И планы вообще? Ну, сейчас сложно очень ставить какие-то цели, планы. Наверное, все-таки дальше продолжать набираться опыта, потому что с каждым годом все больше и больше встречаешь чего-то нового, кого-то нового. Разные гимнастки, разные характеры, разные возможности. Совершенствовать себя и совершенствовать детей. А как ты пришла вообще к этому, что к тренерской работе? Именно со сборной командой. Мне позвонила Валентина Александровна 30 декабря. Поздравить с Новым годом? Нет. Позвонила и говорит, что мы тебе предлагаем. У меня глаза по 5 копеек. Я вообще, в принципе, тренером не планировала быть. И говорит, тебе сутки на подумать. Я представляю, завтра 31 число. Позвони, где ты должна была примерно там, типа, в час. Я, значит, такая буду резать салатик. Такая, надо позвонить, пойти. Ну нет, конечно, я очень переживала. Для меня это был шок. Я первым делом давай звонить папе, родным. Говорит, вот мне вот так вот предложили, что делать, как быть. Вот. И мне практически все посоветовали, что попробуй. Ну попробуй. Но не получится, ничего страшного. Как бы ты молодая, у тебя опыта нет, но не получится. И как бы, ну не получится. А не попробуешь, не узнаешь никогда. Но сложно было вот без опыта прийти и тренировать детей? Или тебе помог тот опыт, который ты с девочками мне, уже... Мне очень помог этот опыт, во-первых. Во-вторых, я все-таки закончила гимнастику не молодой и прошла многих старших тренеров. Видела, как они работают, что-то запоминала для себя. И вот такую постаралась сделать, так сказать, выжимку из всего этого, плюс добавив свои какие-то знания, свои какие-то мысли. И пошла пробовать. А еще вопрос. А вот когда ты пришла в сборную команду, ну, то есть, допустим, 12-й год, Олимпийские игры. У вас был кто-то в команде, кто также помогал молодым девочкам? Ну, например, вам. Ну, мы, в принципе, на тот момент уже были как команда. И старшие девочки никогда там не гнобили нас, ничего. Мы всегда, наоборот, общались, дружили. То есть, если что-то нужно было узнать, мы всегда подходили, спрашивали, и не было никогда каких-то проблем. То есть мы уже довольно-таки были дружны. А есть ли дружба в гимнастике? Да. Между спортсменками? Между неглупыми спортсменками. Есть. А бывают глупые спортсменки? Ну, мне кажется, что вот... Но мы не говорим про какие-то учения там, а именно в спорте. Да, именно в спорте. Просто, мне кажется, умная спортсменка понимает, что от того, что она не будет с кем-то дружить, с кем, например, ей бы хотелось или что-то еще, она от этого не выступать ни лучше не начнет. Ну? Ни другая хуже вряд ли станет. Поэтому. Это точно. А вот сейчас ты можешь сказать, что в спортивной карьере достигла всего, чего хотела? Да, наверное, могу. Хотя, как сказать, у меня не было такого, чтобы я ставила себе какую-то цель, что вот выиграю Олимпийские игры, и все, мне больше ничего не надо. Тоже все постепенно происходило. То есть, ну да, там детская мечта стать олимпийской чемпионкой, она, конечно, была. Но когда она осуществилась, у меня не было такого, что все, я добилась. Ты просто продолжала... Мне стало интересно дальше. Продолжала делать свою работу, которая тебе нравится. А тебе нравилось то, чем ты занималась? Да, абсолютно нравилось. Просто я с Ксюшей общался, с Афанасьевой. Тоже мы интервью у нее брали. Ей не очень нравилось то, что она делает. Нет, мне нравилось. Но если мне не нравилось, я бы, наверное, не ходила на тренировки. Ну вот мне тоже так кажется. Что все равно. Ты же не будешь делать то, что тебе не хочется делать. Хочется, не хочется. Делать хорошо. Я вот к чему. Вот делать хорошо, да. Как бы если ты не хочешь, ты не будешь делать хорошо.
Ты говорила, что дочь у тебя Алиса, она тоже хочет быть, как мама, олимпийской чемпионкой. Как у нее успехи? Она же гимнастикой занимается? Да, она занимается гимнастикой. Ну, про успехи рано говорить. Но она выступала уже на соревнованиях? Она выступала, да, на соревнованиях. Как бы просто выступила. Выполнила разряд второй юношеский. Вот. Но как успехи? Да как получится. Я никогда не перед собой не ставила на нее цели. Ни ей никогда ничего не говорила. Единственный вопрос, который я у нее спрашиваю иногда, связанный с гимнастикой, просто спрашиваю, тебе интересно? Тебе нравится? И ответ всегда положительный. Все. А есть такое, что, мам, я сегодня не пойду на тренировку? Ну, нет, вот такого, чтобы она лежит дома и просто такая говорит, я не хочу идти на тренировку, нет, такого не бывает. Бывают еще вот эти вот детские, а можно я в садик пойду вместо тренировки, или там я, можно я в садике останусь сегодня подольше? Так такого, чтобы прям, нет, я не хочу ходить, такого нет. Мне кажется, если такое будет, я прям сразу скажу, что, может, все, тогда вообще не будем ходить. Сейчас ей в школу? Да. Готовитесь уже? Ну, пытаемся. У нас тоже сейчас в школу пойдет в сентябре. Угу. Я немножко переживаю за это время. Больше я переживаю, что я вернусь со сбора 31 августа. Ну, ты же можешь, наверное, отпроситься на денек? Могу. У нас будут соревнования в Беларуси. А-а-а. Нет, на 1 сентября-то я буду, а бантики... Бантики платится. Придется делать с утра, рано утром. Ну, вот, видимо. Но немножко переживаю вообще, в принципе, за этот период. Все-таки детский сад — это одно. Угу. Школа — это уже серьезнее. Мы тоже переживаем сильно. Как это будет и что это будет? Да. Это же новый этап в жизни для как родителей в том числе. Как она это примет вообще? Блиц у нас. Если один снаряд, то... Бревно. Окей. Объяснять будем зрителям? Возможно. Да? Ну, самое легкое физически. 10 элементов прыгнул, и все. 8 даже. У девочек 8. А, у девочек 8 даже. И несложные. Просто больше одного раза. Да, больше одного раза через голову не надо переворачиваться. Еще и комбинация идет 1,5 минуты, и... Там, подстой, водичку красиво поделай. Не устаешь, не задыхаешься. Класс. Первый раз слышу от девочек, что они бревно выбрали бы. Самый яркий момент в спорте? Лондон, финал брусья. Я думаю, тут объяснять не нужно, да? Никому. Ну нет, я объясню, потому что там не сам смысл победы был, а того, как за меня радовались тренеры. Если посмотреть видео, то меня, получается, выводил Евгений Анатольевич Гребенкин, он был тогда специалистом на брусьях. И если посмотреть видео, то слышно, как он кричит от радости, когда мне выставляют оценку. И вот этот момент меня прям до мурашек. Именно вот этот момент. А ты получала оценку выше когда-нибудь, чем на Олимпийских играх? Нет, но у нас же постоянно меняются правила. Ну, понятно, нет, я имею в виду... Ты если взять за тот цикл... Да, за тот цикл. Нет, мне кажется. Самая высокая была на Олимпиаде? Да. А самый яркий момент в жизни? Много. Но это не рождение дочери. Я не против. Много. Не могу вот так, чтобы прям яркий в жизни. Вся жизнь на гимнастике была. Выступать или тренировать? Тренировать. Сейчас интересней? Легче. Кумир в гимнастике? Не было. Серебро в многоборье или золото в отдельном виде? Золото, конечно. Ты бы повторила свой путь в гимнастике? Да, еще бы ничего не меняла в нем. Гимнастика — это? Жизнь. Спасибо большое, что провела с нами время. Спасибо, было приятно пообщаться. Спасибо, что пригласили, очень взаимно.